сделал Мариночке предложение. Так что теперь каблуками постучим на их свадьбе. Ромочка сделал Марине предложение. Подарил ей бриллиантовое кольцо. И на кольце 4 шарика. Мама, папа, дочь и сын. Мама, папа, дочь и сын. Такие вот по этому, так вот на, по уголкам, 4 по такому шарику. И я расшифровала так. Мама, папа, дочь и сын. Правда, правда. Правда, правда. Ромочка сделал Мариночке предложение. Так что все. Будем ждать пополнения. Поздравления наши. Спасибо. Да, дождались. Вы говорили, что Рома проектный, а он Мариночку любит. Поздравляю. Вы хотите сказать, это все не точно, когда колечко предложение делает, это все еще не точно? Нет. Рома божился, сказал, я Мариночку люблю, это все точно. Будем с перископом, каблуками стучать, и с Ютубом, и с Инстаграмом. Благо у будущей тещи 3 телефона. Один поставим на Инстаграм, другой поставим на Ютуб, а третий на перископ. И будем каблуками стучать. А свадьба, свадьба, свадьба пела и гуляла, и было это свадьбе широко. И ла-ла-ла-ла-ла-ла, разгуляться мало. Ла-л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 а. Нет, я не сумасшедшая, нет, я просто песенки пою. Не, я не пьяная, не. Просто песенку я больше не буду.